Макодявка. Смокодявка. Смокодявка. Смокодявка моя такая. Всем привет, ребят. У меня тут пока есть снова незапланированные несколько часов нахождения дома. Могу с вами пообщаться. Да какое же это утро? Это уже день. Привет, привет всем. Ой, моя рыбка снова в эфире. У Атьки с попкой гормональное нарушение. Привет, Мариш. Ты что за такая женщина кусучая? Нельзя так кусаться. Нельзя. Я не краска и не хной не крашу, а подкрашиваю. Да мы давно проснулись. Нельзя так кусаться. Нельзя так кусаться. Не, расслабляться вообще нельзя. Просто устанавливают телевизор и вешают, поэтому надо находиться дома. Видеоредактор иншот, а потом поеду на работу. Ой, тяжко эти дни было. Нет, не боюсь. А что, это неизбежно, все будут стареть, взрослеть. На шее, да, золото, бриллианты. На лице обычные, но ну, уже изготовили этот... Короче, на днях пойду. Привет, Кемран. Атюсь, ну нельзя целовать, у меня губка болит. Слушай, имеет он тебя? Или имел, или имеет, не знаю. Со мной он любовью занимается, успокойся. Покрытые? Нет, не было. На моей памяти не было. Сладкие. Нельзя. Мама, болит губка. Нельзя, нельзя. Ами, ну оставь, да ты его, ну что ж ты с ним делаешь? Липофилинг я тяжело перенесла, честно. Мама отдыхает. А у меня импланты круглые. Видео иншот. Да я не... Я один день была в Алматы, что мне может запомниться. Капли акуметил для глаз. Пальчик нормально, пожалуйста. Спасибо. Мамуля в Ейске дома. Что мне надо сделать? Игрушку забрать? Вы меня одолели. Вы меня одолели, пожалуйста.
Ну, я вас прошу, дайте мне немножко отдыха. Хорошо, дам знать, когда поеду. Я говорила, что у меня импланты стоят, что у меня подтяжка на имплантах, потому что в моем случае по-другому сделать нельзя было. Я никогда это не скрывала, и миллион постов на эту тему. В каком месте я лицо подтянула? Не подскажете? У меня своя большая грудь, девочки, но подтяжка у меня была на импланте. Читайте внимательно, пожалуйста, посты. У них разница 3 года. Никогда в жизни я не оставлю собак ни из-за кого. Уйду к маму целуюсь. Привет, Альбишечка, привет, родная. Губы у Пасихат. Ой, пока не знаю. Пока надо работать, работать и еще раз работать. Только белый. Рожать не боюсь. Катюш, привет. Катя, кого ты мне подарила? Это что за страстная женщина? Страстная, которая с утра до вечера хочет целоваться. И не только. Да, Тюшенька? Скажи, ужас какой-то. Жил, не тужил. Подарили озабоченную. Озабоченную подарили. Да? Озабоченную, скажи, подарили Зетину. Спасибо, Катюш, мы тебя тоже. Слушайте, девочки, пожалуйста, дабы... Будь здоров. Дабы не этот... Не... Как объяснить вам? Меня, конечно, вывести уже невозможно, но чтобы зачем, чтобы я отвечала вам грубостью? Нет, не ради ребенка, не ради мужчины, не ради кого я их не оставлю. Мы живем в 21 веке, все можно поддерживать, даже если аллергия. Вот, поэтому... Привет, привет, Арминеш. Ами, ну оставь его, его жалко, он устал от тебя. Сейчас подождите, она быстренько еще один профиль создаст. Так я ее заблокировала, девочки, она по 10 профилей в эфире создает, о чем вы говорите. У меня швы расходятся и образуются бугром. Это моя особенность организма, моей кожи. У меня келоидный рубец образуется. А губа нет, она пошла вовнутрь теперь. Короче, ничего даже не хочу на эту тему говорить, пройдет. Так мы его не оставили, мы его забрали, потом отдали обратно. Он живет в своем доме, он не у чужих людей, с теми людьми, с кем он прожил всю жизнь. Вот. И мама туда поехала по той простой причине, что он старенький уже, ему здесь тяжело. Как раз-таки там ему гораздо легче и лучше. Девочки, я не говорю о том, кто дороже, кто не дороже. Пожалуйста, не навязывайте мне ваши принципы, стереотипы. Они ваши, не мои. Поэтому можно я сама буду разбираться со своими детьми, со своими собаками и так далее, со своей личной жизнью. Вы можете делать все, что угодно, отдавать собак, отказываться от них из-за мужчин, из-за детей. Вот, поэтому меня только не трогайте. Вот с этим. Нет, зачем отвечать, Ален?
Мне предлагали на мужское и женское, я отказалась. Панические атаки? Нет, слава богу. Попа как у Ким. Попа как у Ким. Девочки, мне никто ничего запретить не может. Я вас блокировала. То, что касается моего личного, никто ничего мне не запретит. Ну, я жирная толстушенька. Моя жирная толстусенька. Моя толстуха. Толстуха моя. Без понятия, но насколько мне известно, они не платят за программу. Это типа ваш личный пиар. Что, мой золотой? Что? Толстушка сладкая. Толстуха сладкая, да? Как можно быть такой харизматичной женщиной, скажи? Деток хочу, после деток, ну, планирую делать операции, наверное. Нет, не скучаю по квартире, по которой снимала. Как можно быть этой сладкой женщиной? Как вот, скажи, вот такой толстой, но безумно сладкой. Написать на номер, указанный на страничке по обучению. Толстозёб. Спасибо, спасибо большое, мои хорошие. Очень приятно, правда, что для кого-то я мотиватор. Ами берет своей харизмой, да? Подарили? Ой, дай бог, чтобы каждому все действительно все дарили. Сама купила. Подождите секунду. Подождите. Ами, подожди, подожди. Амиська. Амиська. Самое главное – доверие, уважение и взаимопонимание. Привет, Юльчик, привет. Очень сложно вообще, в принципе, после осознания свободы. И я тебя люблю, и я тебя люблю безумно. Ну, Амечка не привыкала, ей вообще все равно, лишь бы я рядом и кормили. Вот. А Атюшка, да, тяжело. Тяжело, как бы, сколько. Ну, я думаю, прям недели две, наверное. Так, прям он этот... Ами, ты мне все ресницы слезала.
Ей даже сидеть тяжело, какая она толстенькая. Да, что-то виснет. Давайте попробую, может быть, перезайти. Катя, она страшная целовашка, и не только. Ну, благо, что не только достается Ате, а не мне. Толстозёб. Ами Толстозёб. Я не отдыхаю, у меня установка идет дома всего-всего-всего, поэтому пока я здесь. Сейчас закончат, сразу выйду. А, Миська? Ами? Что там? Но у всех организм разный, я не могу вам сказать. Это неправильно, 7 килограмм за 2 недели. Шпицы злые, не придумывайте, шпицы самые добрые. Амечка дается, идет совсем на руки. Атя, нет, Атя должен сам подойти к человеку и подпустить его. Не ко всем идет. Блондину 4, Аминатушке годик. Ковер был красивый, куплен, был даже постелен, даже сутки пролежал. Очень красивый был ковер. Вот, Ами, ну чтобы было Ами Ати. Ковра больше нету. Посмотри, она решила по-другому теперь. Слушайте, ну если я мерзкая, не смотрите, зачем вы насилуете свои глаза и свой мозг? Она у подруги остается, и после подруги она приходит очень такая агрессивная женщина, такая дерзкая, поэтому мы ее иногда называем Аминат. Просто как в прикол. Это пальма и вот этот цветок, они продаются сразу с кашпо. Вы выбираете, какие вам цвет надо, какой размер. А Тинка, что с ковром стало, который мама покупала? Красивый такой лежал. Что Атюша с ковриком сделал? А? Атюш, что Атя с ковриком сделал? А? Чем Атюсе ковер не понравился? Скажи. Расскажи, пожалуйста, всем. Вот я постелила, купила красивейший ковер. Да? Садись, поговорим. Садись. Ну, сядь. Вот я купила красивейший просто ковер, да? Чем он тебя не устроил? Не знаю даже, какой вам совет дать. Все люди разные, ревнуют, не доверяют, боится потерять. Ты обоссал ковер? Или пометил? Это ты сделал? А.
Который испортил маме, да? Испортил маме ковер. Испортил. Испортил маме ковер, да? Да, он, наверное, решил, что цвет не подошел к нашему интерьеру. В Сочи, конечно, я люблю в Сочи, мне там нравится. Как машинка делает? А как делает машинка? Кстати, он перестал здесь делать. Мы уехали с Кутузов, с Кутузы перестали ездить вот это иу-иу-иу. И он теперь расслабился, ему не кайф здесь петь. Как Атя поет? Как Атя поет? Как поет? Как? Как поет? Как поет? Это ты гавкаешь. Мне страшно. Ребят, ко мне уже приходили в Джимми. Не она первая, не она последняя. Как придет, так и уйдет, не переживайте. Ну ты же не спел. А что я тебе? Ну ты не поешь, ты балуешься. Нет, мне не стрёмно носить, потому что я на этом зарабатываю, мне за это платят. Почему мне должно быть стрёмно то, что мне приносит деньги и доход? Ты балуешься. Нет, ты балуешься. Балуешься. Ты балуешься. Это не песни. Маме встать, да, надо? Ты типа спел. Ты типа спел, да? А мне надо встать. Не знаю, ребят, что стрёмного. Наверное, все носят оригиналы. Все... У всех все в жизни прекрасно. Вот одна я такая колхозница из Стремота. Сейчас дам. Ну ты же даже не спел. Ты же даже не спел. А ты что здесь? Ты вообще ничего не делаешь, Шаболда. Ты даже ничего не делаешь. Ты на Ате выживаешь в этой семье. У меня 1,66 м. На. На. Кухня хов. Да в наше время все ценнее, ребята. Вещи и телефоны, к сожалению, все на свете. Девочки, все, что я могу себе позволить, я позволяю, не переживайте. Но не считаю нужным это выкладывать. Как это раньше было, когда покупалась. Даже я, слава богу, что я от этого давно отошла. Все эти пакеты из ЦУМа. Ну, немножечко другие ценности в жизни теперь. Арбуз, да, очень давно стоит, и как-то все не съестся. Посмотри, легла. Чай попить с вами. Это у меня высыпание, да. Ага. С соседями можно познакомиться. Блять, вода закончилась.
С соседями просто познакомиться можно. Я ж каждый день гуляю с собаками. Нет, соседи, почему я не должна жаловаться? У меня же не волкодавы дома. Блинами, ты мне слезала все ресницы. Помешаю, можно? Нет, нет, заходите, конечно. Все, Атис убежал. Показать вам это, этого очкошника. Спрятался? Ты спрятался? Так страшно? А тебе так страшно? И из дома, да, приходят часто. Мастера. Ну, ты ж мой очкосник. Ты ж мой очкосник. Воду до 19-го. Вот он, а вы говорите, волкодав самый злой. Ами, вот. Моя жизнь. Вы знаете, ну как, прибавилось, конечно, этот градусиков, но теплом это не назвать. Если вы в будний день, можно без брони. Если вы в гардеробной, то обязательно... Ой, господи, почитаю про гардеробную. Если вы в выходные, то заранее надо. У меня миллиард идей в голове. Столько, что... Как это все сделать возможным, я не знаю. Я без обезболивающего делаю. Съели, конечно, они проглатывают. Я не доехала до врача. К сожалению, не доехала. Пройдет. Жакеты из льна? Нет, жакетов не будет. Костюмы, рубашка и шорты. Они будут. Я не знаю, какой у меня сейчас вес. Я вам не могу сказать, честно. Устанавливают телевизор и вешают там кое-что. Я не снималась, я участвовала. Ну там светят, и спимся. Олег, это был? Ну, наверное, может, потому что я не замужем, поэтому у меня детей нет. Девочки, я устала уже говорить одно и то же, что доставка по всему миру. По всему миру. Давайте так, еще кто-нибудь упомянет в моем эфире эту фамилию. Разговор у меня будет короткий.
Блять, что я должна рассказывать? Мне 15 лет или 20. Я должна на этом хайпить? Объясните мне. Что мне рассказывать про то, с кем я ссорюсь? Я ни с кем не ссорюсь, это со мной ссорится. Успокойтесь, да? Я, наверное, с того возраста уже вышла. У меня проблемы есть с носом, с дыханием. Я не знаю, как я расслабляюсь. Я не напрягаюсь. Заднюю я никогда не включаю и не включу. Кому что надо, я уже сказала, не переживайте. Да, я хотела делать, и ничего не поменялось. Просто видите, что как у моей жизни сейчас происходит. У меня временно поесть иногда не бывает, поэтому пока чуть-чуть надо потерпеть с этим. На сегодня очень много планов. Свой парфюм? Нет, такого я точно не думала. Девочки, розового льна не будет доступно, к сожалению, по той простой причине, что его больше не завезли. Вот, и мы его больше не нашли, именно такого. Поэтому будет белый и зелененький. Такой прям вырви глаз. Ну, салатовый ближе даже. Шишку без резинки я сейчас не соберу, потому что волосы чистые, я вчера их помыла. Я не расстроена, я чуть подустала. Слушайте, можно я со своими разными глазами тоже сама разберусь? Ребят, вы не смотрите, что я такая милая, как кажется некоторым. Мое нутро, оно не изменилось. И выводить меня не надо. Потому что если я открою свой поганый рот, вернется все на прежние места. Волосы крашу кастингом 400. Блин, зачем вы меня подбили на поесть? Кто это сказал про чай попить? Вот это все я вас сейчас не люблю. Да не хотела я вообще есть. Вы со своим чаем. Не хотела я кушать. Вот это будет на вашей совести. Катюш, выйди оттуда, сейчас будут там сверлить. Выходи. Не будете сверлить? Не мешайся там. Не, с Макдональдсом вообще завязано. Вообще завязано. Вы что, товарищи, на мое лицо посмотрите. Не только Макдональдса не хватало. Лимфомиазот. Девочки, вот так это выглядит. Поэтому делайте скрины не моего лица прыщавого, чтобы делать до и после, а полезных вещей. Нить я не ставила ни на лицо, ни на жопу. На щеке ни синяк, ни пятно. Это высыпание.
Сейчас. Десятый раз шла за ножиком. Нет, не хочу я Макдональдса, не подбивайте вы меня. Ой, для идеальной жизни сколько денег нужно? Ой, ребят, я не знаю, лично мне много. Вот, но, блин, у всех разное понятие, а много. И, наверное, никогда в жизни их не будет достаточно, к сожалению. Хотя, может быть, если... Может быть, и будет. Это не лекарство, это гемеопатический препарат, который избавляет от отеков. Очень хорошая штука, очень хорошая. У кого отеки, очень помогает. Мама, блин, маму жалко. Мама поехала отдыхать, а там дожди, холодно. И она до сих пор уже сколько недель, она на море не была. Нет, я ресницы очень долго не наращивала. Очень долго. Поэтому очень крутая штука. Реально, на себе испробована уже сколько времени. Лимфомиазот. Марусь, иди нахуй с моего эфира. Пробор сбоку. Да, редко делаю. Дядь Лёв. На минуту. Мастера ходят. Спасибо. Паштет. Матовые. Да. И, кстати, эти, блин, этот тостер хотела, но оставила на потом эти все покупки, такие, которые на кухню. А мне Альбина подарила его. И теперь дома хлеб вообще не естся, только тост. И почему должен быть дискомфорт с виниром? Блинчики. Вот, кстати, блинчикам спокойно отношусь. Я, наверное, в детстве слишком много переела, когда бабуля и мамуля с утра до вечера готовили. Не знаю, мне нравится белый лак. Телевизор устанавливают везде, в каждой комнате. Мне не скулят. Прекрасно знают, что я ухожу. И знают, куда я приду. Поэтому абсолютно спокойно. Лимфомиазот. На диете, видите? Это все мои подписчики. Это не я. Угу. Мне очень вкусно. Ну,
Так как нету гостевой комнаты, и я же все равно планирую, чтобы ко мне и гости приезжали, родственники, и кто-то оставался у меня дома, в жизни всякое бывает. Поэтому там сделана мини-зона отдыха, чтобы, когда не будет мест, было где остаться. Беременным нельзя паштет. Почему? Да, в гардеробной мини-зоне. Да, прикольно. Вообще идеально. Надо лечь. Розетку не поставили? Там же не видно будет. Да, ничего. А тут антенна вот еще. Угу. Что? А, так. Вот этот, который лежит. Серебристый? Да, серебристый. А, он настроен, да. Все, спасибо большое. Ами, хватит! Что вы сегодня? Что? На стене картина... фотографии, или как это называется. Я не знаю, как они это делают. Но как-то это делают. Очкошник. Очкосник. Очкосник. Очкосники мои. Ну все. Боже, какой кайф. Хотя, мне кажется, и сюда можно было бы гораздо больше телевизор поставить. А вон и Макдональдс. Вон, всем радуются, ко всем на руки лезет, всех целуют. Всем свою задницу подставляет. Вот, девушка правильно написала, да, печать на холсте. А пупка у него не проходила. Вот это Сяболда. Это ванная комната. Кстати, и в ванной наконец повесили этот. Правда, задницу подставляю, я врать буду. Наконец, шторку. Слушайте, у вас есть балкон, я рада за вас. У нас нету, нам и без него прекрасно. Нету такого понятия, как эксалопец. Это вам скажет любой знающий доктор. Есть гормональный фон и гормональное нарушение. Матрас. Мои зяйки. Нет, они на него не реагируют. Да, конечно, конечно. Они на него не реагируют, потому что они же чувствуют. Он к ним не подходит, и они не реагируют. Псих.
псих. На стенах венецианская штукатурка. Псих. Псих. Все нормально со старым ником, он на рабочей странице. Холесал. Да блин, слышала, но меня вот это вот... Ой, скажите, тут бы на хотя бы, блин, по утрам пропить, как их называют? Энтеросгель или полисорб, что-нибудь такое. На его попку, да, она лысенькая у нас. Да, Атька на лечении, все у него будет хорошо. Ося их не полюбил, не они Осю, а Осечка их. Но он никогда никого не любил. Нет, к врачу так и не попала. В гостиной? Нет, в гостиной это краска, по-моему. Или... Ну, короче, не такая блестящая, я не разбираюсь. Атя, хватит! Ося в Ейске, мама в Ейске. Два санузла, ванна одна. Атюш, тебя очень любят. Лысеют они не от этого, но стричь нельзя. Да, квартира съемная. Ну, а что мне бороться? У меня с лицом все прекрасно, только этот, скажите мне, моментами, когда высыпает. Пойти к врачу и сделать зубы, чтобы улыбаться и не было проблем. Зачем перебарывать себя, если у вас есть проблемы? Серьезно, я тоже думала всю жизнь, ну не всю жизнь, а сколько уже живу здесь, что это моя квартира. Нет, это не герпес. Нет, у меня с бровями ничего нет. Брови мои, я их подкрашиваю. Бля, можно я вот так сделаю? Вот этот вот смайлик, вот так вот просто. Ребят, перестаньте считать чужие деньги. Вот я вам клянусь, как только вы перестанете и порадуетесь, вам дадут просто в стократном размере, вам Господь и Вселенная пошлет все, что вы пожелаете. Чем больше вы будете в себе вот это говно копить, поверьте, тем больше от вас будет уходить. Детей нет, потому что я не замужем. Я русская. Ну, спрашивайте что-то интересное, я расскажу. Я быстро раздражаться. Тамар, вы первый раз у меня в эфире. Если вы читаете, считаете то, что я сейчас раздражаюсь. Я... Я читать, честно, не люблю, но бывают периоды, когда очень хочется.
Таких периодов давно, честно, не было. Вот последнее, это вот что я осилила. Подсознание может все. Ами, это родинка, не надо ее кушать. Адекватных очень-очень люблю. А дебилов просто люблю. Моя жизнь, он не был на улице сегодня. Сейчас все доделают. Пойдем выйдем, мое солнышко, в окошечко смотрит. Моя балерина. Ты моя балерина несостоявшаяся, балерина Мариинского театра, Аминатушка. Я знаю, что ты хочешь, родной, я знаю. Нет, с носом я ничего не делала. Очень хочу, очень. На меня пасихат отговаривает. Но очень хочу уколоть нос, честно говорю. Феокдоне была не 4 больше. Лет 5 назад, 6. Это полные имена Ати, Ами. Почему отговаривает от уколов? Ну, она говорит, что это, короче, не очень хорошо может закончиться. В родном городе, когда вот были съемки инстаграмщиц. Мне вообще, в принципе, тяжело верить всем, и я никому не верю. От слова вообще. Я очень люблю всех животных, но дома... Кошек я не понимаю. Да, Джон Кеха, подсознание может все. Я очень буду планировать и стараться доехать везде, где вы меня зовете, девочки, но от меня это не зависит, потому что у меня очень много работы, у меня очень много обязанностей. Вот, поэтому, ну, все будет... Постепенно будет получаться, обязательно куда-то буду ездить. По-настоящему нет, не могу назвать именно по-настоящему счастливой. Вдохновение. Да я об этом с детства, наверное, мечтала. Моих мыслей в голове в плане одежды хватит и образов до конца жизни еще и останется. Спасибо, спасибо большое. Дай Бог тоже у вас, чтобы все было хорошо. И чтобы все к вам вернулось в тысячекратном размере. Все то, что вы мне желаете. Самая заветная мечта. Ну, наверное, приют открыть. Ну, а что показать? Нет, у меня объем 3D, просто они уже посыпались. Не знаю, буду или нет, пока не могу сказать.
Вроде когда нарастила, не понравилось, потому что не то, что не понравилось, а то, что, ну, отвыкла от этого. Вот. А сейчас вроде бы так удобно, так по кайфу. Старцева нет, не знакома, не слышала о такой. Девочки, по укладке все помню. Как только воду дадут, обязуюсь вам снять видео. Вчера я мыла с тазиков, с ведрышек. Это был ад. После черной полосы всегда наступает белая. Зрение у меня 100%, даже 120%. Ресницы 8-10. Это я точно знаю. Вот единственное, что я знаю. Стрижка у меня какая. Вот здесь подрежьте мне вот так, а здесь вот так. Вот это называется. Так прихожу и говорю. Собачки линяют, конечно, у них линька 2 раза в год. Спасибо, спасибо. Спасибо, девочки, очень приятно от вас читать такие слова. Ой, как пережила, рыдала всю дорогу. Эмиль говорит, хочешь, говорит, вернемся, я тебя обратно отвезу, говорит, только не плачь. Ну, тяжело, поэтому я очень давно перестала ходить в приют. Я помогаю дистанционно. Вот, потому что с моей психикой неуравновешенной мне тяжело это все наблюдать, вот, это все видеть. Как можно любить двоих? Вы сериалов пересмотрели? Не надо завидовать, зависть очень плохое чувство. Даже если оно по-доброму, поэтому корм какой-то швейцарский. Меня, да, предавали. Как справлялась? Сначала злилась, зла желала, материла. Потом давно уже пришла к тому, что все, что не происходит, все к лучшему. Поблагодарила всех присутствующих, которые были в моей жизни. И отпустила с миром. Искренне, абсолютно, не кривя душой. Клянусь Богом, желаю всем всего самого наилучшего, даже тем, кто подосрал мне в жизни. Нет, не хочу добавлять случайных. А в Днепре я делала композитные виниры. Весь мир у моих ног у меня на стопе написано. Девочки, последняя минута эфира. Мы уже с вами час. Тем более, как раз уже доделывают гардеробную. В женскую дружбу, да, верю. Сейчас я вам краешек успею показать. На нее мое счастье, мамина толстушенька. Ами, ами. Все, ребятки, всем пока. Сейчас доделают, и мне надо бежать просто работать, бежать, сломя голову. Поэтому всем пока, хорошего дня.